Прохор Шаляпин ответил на слова экс-супруги Ларисы Копенкиной, которая ранее призналась в любви к нему прямо на праздновании своей помолвки с другим мужчиной. При этом Копенкина обмолвилась, что продолжает хранить у себя коллекцию интимных фото бывшего супруга. А что здесь такого, что у нее есть мои пикантные снимки? Она вообще-то была моей женой, я ее очень сильно люблю, у меня тоже есть ее пикантные снимки, они хранятся на компьютере, потому что давно были сделаны, я не переживаю, что мошенники могут выкрасть эти снимки. Стыдно не тем, у кого видно, а тем, кому нечего показать. А мне есть что показать, заявил Шаляпин.